Сегодня по просьбе журналистов, а также органов правопорядка, мы не проводим никаких уличных акций, поскольку знаем, что в город завезены несколько автобусов людей, вооруженных автоматическим оружием, цель которых – реализовать тот же сценарий, который был в Донецке и в Харькове, то есть провоцировать какие-то стычки на улице, в результате, чтобы в Одессе было несколько убитых человек, много раненых, и под этим соусом призвать Россию ввести войска, чтобы защищать русскоязычное население. Поэтому сегодня мы не проводим никаких уличных акций массовых, но сегодня стартует акция под названием «Флаг на балконе». Мы призываем всех одесситов, а также жителей других регионов Украины, особенно юг и восток, развешивать на своем балконе вот такие флаги Украины, если вы поддерживаете, что Украина соборна, неделима, и российские войска должны как можно скорее покинуть ее территорию. Такой флаг можно будет получить каждый день в 6 часов возле Дюка, а также с 8 утра до 8 вечера в книгарне «Кавьярни» на Екатерининской 77.